История этого проекта началась еще в 2013 году. Была проделана большая работа. Газовые сети пересекали железную дорогу, федеральную автотрассу, лесные территории и водоемы. Прокладывались они в условиях плотной городской инфраструктуры. Наконец, позади все сложности, настал торжественный момент. Вентиль открыт, газ пошел по магистралям. Запуск газопровода «Связки» в Одинцовском городском округе позволит не только улучшить газоснабжение муниципалитета, но и обеспечить бесперебойную подачу газа. Глава округа Андрей Иванов рассказал, что ход реализации этого крайне важного инфраструктурного проекта был разбит на несколько этапов. Строительство газопровода, закольцовка сетей, присоединение к кольцевому газопроводу Москвы и реконструкция ГРС Голицына. Уже, как вы знаете, много времени мы не выдаем технические условия на подключение ГРС Голицына, и населенные пункты, в которых проживает около 30 тысяч человек, не могли долгое время подключаться. Также объект капитального строительства, новые многоквартирные дома, новые предприятия тоже были без лимитов на газ. Вот сегодняшнее событие позволит создать условия для бесперебойного, надежного газоснабжения и этих населенных пунктов, и, соответственно, объектов социальной инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил глава газового хозяйства Дмитрий Голубков, этот проект по праву можно считать одним из самых главных проектов стройки газового хозяйства Подмосковья за последние годы. Газовые сети строились в три очереди, начиная от кольцевого газопровода Москвы и заканчивая ГРС Голицына. Мы закольцевали сети, которые были перегружены, повысили надежность газоснабжения, обеспечение этой крупной важной территории. Всего у нас в городском округе проживает более 250 тысяч человек. И надежность газоснабжения, возможность подключения новых потребителей здесь стоит очень остро. Соответственно, вот данная работа, она была сделана. И теперь, так сказать, можно со спокойной совестью двигаться дальше, подключать новых абонентов. Ежегодно Мособлгаз строит на территории региона более 1000 километров газовых сетей. Свою лидирующую позицию в российском рейтинге по газификации Московской области держит вполне уверенно. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».